Привет всем! Сегодня будем готовить шашлык с томатным соком. Давно хотел этот рецепт выкинуть в интернет. Вот сейчас у меня судьба получилась. Берем мы мясо, нарезали кубиками для шампуров одинакового практически размера, чтобы они вместе одинаково они прожаривались. Лук порезал полукольцами. Нам надо его сейчас посолить будет. Сразу соли не жалейте на него, чтобы он сок начал отдавать, и начинаем мять. Сделаем постельку сразу в лоточке небольшую с лука. Так, подсаливаем само мясо. Перчим сразу. Перец вот такой беру мельницей. Он душистый. Еще аромат весь не потерял, как продают уже в пачках, которые уже не тот аромат, а это свежий, накрученный. Так, добавляем сахар. Сахар обязательно, ребята. Сахар любит мясо, очень любит. Только не переусердствуйте, пожалуйста. Так, слегка сахарку. Еще соли. Много соли осыплю из-за того, что будет сок еще. Он сок заберет соль. В принципе, как-то вот так. Начинаем выкладывать на дно мясо, лук, мясо, опять лук, опять мясо. Вот сейчас еще чуть-чуть подсолим сверху. Соли не бойтесь, ну тоже много, смотрите совсем, чтобы не было, чтобы не пересолить, так как у нас сок, оно, я повторяюсь, заберет. И добавляем сок. Я взял дешевый с Пятерочки, заливаем прям полностью. Все, залили и закрываем крышкой. Сейчас поправлю. И вот этот маринад у нас пусть маринуется минимум 6 часов, а лучше сутки. Маринад у нас очень хороший получился. Рекомендую, ребята, попробуйте, вам понравится. Вот, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Все, удачи всем, пока.